мы, получается, повернули с государственной трассы на поворот, ведущий в поселок Тавричанка Надеждинского района Приморского края. Остановка автобусная общественного транспорта, о которой говорил подозреваемый, расположена. Зафиксируйте, пожалуйста, приблизьте. На месте преступления идет поверка показаний. Под подозрением четверо мужчин. Обвиняются в подделке документов, мошенничестве и жестоком убийстве. Версия следствия. В 2012-м 34-летний мужчина, житель Владивостока, познакомился с наркозависимой парой, которая проживала на улице Невская. Заняв им денег, в залог взял паспорт. Позже у него возник план приобрести право на квартиру, где и проживали Самойлов и Терехина, чтобы ее продать. Для этого ему понадобились помощники. Для реализации задуманного он привлек троих подельников. Каждому была отведена своя роль. Летом 2013 года один из злоумышленников по поддельной доверенности продал квартиру сообщнику и таким образом лишил потерпевшего права на жилое помещение. Между тем, потерпевший и его сожительница могли помешать осуществить задуманное. Чтобы не рисковать, в первую очередь подозреваемые решили избавиться от владельца квартиры. Ему назначили встречу, предложив подработку. План убийства продумали заранее. И как только мужчина оказался в машине преступников, его оглушили и вывезли в лес, где жестоко зарезали. Яму ему вырыли заранее. То есть им был нанесен удар куда-то, ну сюда вот. Специалист, зафиксируйте. Далее что происходит? Далее человек не упал, он делает где-то два шага вперед, пытается обернуться. Наверное, было ударено по ногам, то есть человек повален. А кто конкретно ударил по ногам? Да, по-моему, оба. Нет, он... Таким образом? Нет, он сюда попал, вот сюда. И сюда. То есть я его там догнал, он взял так вот на боку. Так, коленка его придавил, там поднял нож и сделал два удара в грудь. Четыре ножевых ранения и смерть. Мужчину закопали. Ключи от долгожданной квартиры забрали. Вот только преступники не рассчитали, как поведет себя жена убитого. Не дождавшись своего мужа, через несколько дней гражданка Терехина написала заявление в полицию. Узнав об этом, убийцы назначили ей встречу. 9 июня в 10 часов вечера из этого подъезда она вышла в последний раз. Женщину запихнули в машину и вывезли в то же место, где жестоко расправились с ее гражданским мужем, в район Тавричанки. И уже у ее будущей могилы ей накинули шнур на шею и затянули. С Александром взглядом увиделись. Уже вперед. Оп. Это вот эти действия, которые вы сейчас продемонстрировали. Александр. Кто? Александр. Петлю на шею накидывал. Кто? Александр. Все ясно. Еще раз продемонстрируйте, специалист, зафиксируйте с обратной стороны, каким образом был завязан. Вот отсюда, наверное, с этой стороны. Сейчас. Ну, давайте все равно. Вот так вот было сделано. И с силой растянули в сторону. В течение какого времени держались в таком положении шнурок на шее? Минуты не больше. Не более минуты. Обвиняемые в ходе следствия указали места, где спрятаны останки пары. Доказательств сейчас достаточно. Уголовное дело о черных риэлторах направлено в суд. И теперь подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы. Евгения Клепикова, Вячеслав Петров. Новости на Восьмом.